У нас тут дискотека на улице. Я не знаю, только где. Наверное, вот этот чувак, у которого синее стекло. Мы пришли с первого урока. У нас вчера мы хотели белье поменять. А чистого не было. Нам пришлось его обратно забирать. И я его не заправляла дальше. Сегодня нужно будет поменять. Да, нам принесли такую пшикалку тараканов. Что мы сказали, что у нас это тараканы? За эту запись пшикала? Да, надо плохо туда пшикать. Я оттуда оставлю. Вон за мойку пшикала. Так, не это. Давай, таракан. Tuolla on jotakin tarakan juttua tuolla. Mitä siellä? Ai jotain ansoja vai pes? Ei, siellä on joku vanha tarakka. Нам принесли белье. Посмотрите, где лежит у Эми рыжик. Вон там. Девушка, скажите мне, пожалуйста, вы своего ребенка не потеряли? Ну, было дело. Не хочешь его найти? Вот этот спрятал? Нет. А где он? А вот подумай, где он может быть? Не под кроватью. Мы собираемся сейчас на хоккей. Я не знаю, какая-то тверская будет команда, видимо, играть. Все девочки у нас идут. И выйдем. Мы сейчас ждем Ринду, потому что она опаздывает. Это будет наверняка осуществлять действия, и кристалл. Бросать предметы в направлении других зрителей, участников соревнований и мероприятий, находящихся в месте проведения соревнования или на прилегающей к нему территории. К нам пришла Линда и начал тренинг. Thank you.
0. Как же без сосисок в тесте? Снежки по дороге домой. Мы будем кушать. Мы купили странный тунец, он такой он был непонятный. Странный. Он как бы кусочками в шкурке. Он вкусненький. И в желе еще. И салатик у нас. Всем приятного аппетита. Тут идет очень-очень странная передача детская. Мы скажем спокошки-ножки, всем спокойной ночи. Спокошки-ножки. Пока-пока-пока-пока-пока.